Ему 21 год. Представляет, еще раз напомню, Атыраускую область, мастер спорта Республики Казахстан. Но это его соперник из Италии. Непростой. Техничный. И в предыдущем поединке не оставил шансов своему оппоненту. Готов Сальваторе Кавалару к этому противостоянию. В другом четвертьфинале в этом же весе Ионелис Эрнандес Мартинес Куба против хорвата Габриэля Вьюошича. Кубинцы тоже опасны. Ой, ну Ханат Раис приехал сюда за медаль. Решительно настроен казахстанец Мокретари Сидали из Алжира. Рефери в ринге. Первый раунд. Самое главное — задать необходимый темп, почувствовать соперника, нащупать его слабые и сильные стороны и по ним бить. Передней рукой хорошо работает Нурханат. Самое главное, чтобы встречал он соперника очень вовремя и за счет своей реакции. Крайне осторожен. Как только освоится Раис, увидит слабые синие стороны, будет читать действия своего соперника, тут же пойдет вперед. Будет буквально добивать своего оппонента. Очень жесткий боксер Нурханат Раис. И довольно технично. Кавалару активно идет. Пропускает и замахивается снова Нурханат Раис. И может добивать, но нет. Все нормально с итальянцем. Не после удара казахстанца, к сожалению, на насилие оказался. Быстренько встал и продолжает встречу. Кавалару пропускает. Можно еще наносить удары. Райс молодец. Несколько точных ударов. И снова попадает. Встречает итальянца. Кто сближается с ним. Рискует, но этот риск не оправдан для итальянского спортсмена. Снова передний работает Нурханат Раис. Выманивает на себя соперника. И пытается понять, что он будет делать. Сближается снова Кавалару. Он рискует. Этот трикс не оправдан, потому что казахстанец за счет контрударов ловко того достает и отхватывает Кавалару, пропускает. Я думаю, что первый раунд наверняка дадут казахстанцу. За счет его точных попаданий очки стабильно набирал Раис. Хорошо встречает, закрывает печатками голову Нурханат Раис, поэтому Кавалару его точно не достанет. Клинч в концовке первого раунда. В плане физики, конечно, заметную фору может дать своему сопернику Нурханат Раис. Он хорошо физически подготовлен и на причине всех трех раундов будет высокий темп поддерживать. Давайте посмотрим, кому отдадут преимущество судьи. Но я не сомневаюсь, что именно Нурханат Раис заберет первый раунд. А секундант Кавалару пытается ему подсказывать, чтобы более тактически гибко работать во втором раунде. Нет, к сожалению, Сальваторе Кавалару четверо судей отдают преимущество, хотя Нурханат Раис лучше, мне кажется, работал и должен был именно он забирать первый раунд. Посмотрите, да, в этом моменте, конечно, эпизоде пропустил, но в любом случае Нурханат Раис, как мне кажется, все по плану делал. И теперь просто остается доказывать свое, и во втором и в третьем раунде такие шансы у него будут. Все нормально, все по плану.
Второй раунд. Встречает Нурхана Трайс. Итальянцам. Не всегда ввязываются в открытую руку Раси Каваларо. Это девятый поединок в рамках дневной сессии. Всего 14 боев нас ожидает. Да, запрещенный прием от Раиса Нурханата. Локтем решил достать. Самое главное — сохранять хладнокровие и спокойствие. Вроде это удается Нурханату Раису, но не всегда. Каваларо активно пошел на казахстанца. Нужно встречать. За счет контрударов и точных ударов пропускает Нурханат Раис. Может дальше идти. Продолжает он работать о своей манере. Пока не везет Нурханату. Соперник непростой, опытный. Большая пауза, и после этого поединок продолжится. Чуть больше минуты остается боксировать во втором раунде. Все нормально. Нурханату нужно идти. Нужно рисковать. Бьет по корпусу. Снова метит голову Нурханат. Голову нужно выше поднимать, итальянец. Хорошо попадает справа Нурханат Раис. Можно еще? Ты можешь, Нурханат. Самое главное — не останавливаться. Буквально добивать соперника. Секунд. Снова Нурханат активен. Но надо отдать должное. У итальянца защита неплохая. И реакция тоже. Он встречает. Умело встречает удары. Казахстанцы уходит от них. И не всегда пропускает. Конечно, Сальваторе Каваларо опытный боксер. Ему 26. И неоднократно на международном уровне себя показывал. До этого выиграл у Морено Фендеро, также у Кирилла Самодурау и Антона Ямбулаева. Активен был Нурханат Раис, но еще раз скажу, что итальянец тоже был активен, ввязывался в открытую рубку, не боялся Нурханата. Я думаю, что он изучил более молодого коллегу и пользовался его ошибками, нашел уязвимые места. Теперь, да, трое судей насчет пользу Сальватора Каваларо дает преимущество. Валихан, шанс есть у Нурханата? Мүмкіндік бар, әлі үшінші раунд, екінші раунд Нурханат Раис үште екі есебімен жеңілді. Міне жақсы бастады. Қазақстандық боксшы үшінші раундты дәл осылай жалғастыра беруге болады. Каваларо артқа қарай шегінсе де жаңа бір соққысын дәл тигізді. Атақты италиялық Роберто Камареллаға, Камареллеге ұқсайды екен. Камарелле әлем чемпионатында 4 мәрте, олимпиада ойындарында
үш мәрте жүлде алған, барлық жүлден алған өз карьерасында. Бірақ ол жігіт 91 плюс аса ауыр салмақта өнер көрсететін. Клинч. Нұрхан Атырайс қазір қарсыласының екі соққысын өткізіп, бүйірден жұмыс істеуде. Басын бұғып алып, үреш тоқтатып қойды қайтадан. 2 минут 8 секунд уақыт бар. Шаршады. Қашықтықтан жұмыс істеуде. Қабағыда жарылғанын көріп отырмыз. Нұрхан Атырайстың дәрігерлердің көмегі қажет. 26 жаста италиялық боксшы бүкіл әлемдік бокс сериясында Italian Thunder командасының намысын қорғаған, Италияның бірнеше дүркін чемпионы. Осыған дейінгі кездесуінде Фендероны жеңген еді. Марено Фендеро әлем чемпионатындағы ең бірі әдемі нокауттың иегері атанған. Қазір біздің жігітке де әжептеру қарсылық білдіруде. Тағыда клинч. Джептермен жұмыс істеуде. Аперкот соқысы Нұрхан Атырайстың басты көтеріп жұдырықтасу керек. Бір жарым минут. Тағыда аперкот өтпей қалды, дәл тимеді. Дегенмен сериялы соққылары Райстың осы бір жерде тағыда діттеген жеріне жетті. Ал жақын қашықтыққа келсе болды. Кавальяро бірден шаққа алып, клинчке кіріп жатыр. Нұрхан Атырайсқа жұмыс істеуге, жұдырықтасуға мүлде мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Ешқандай нокдаун жоқ. Соңғы 20-25 секундта боксшылардың ұрғаны ешқандай дәл болған жоқ. Тағыда клинч. Жұдырықтасқандарына қарағанда құшақтасып жүргендері көбірек болды. Жығылғанға жұдырық дегенде қазір Нұрхан Атырайсқа да, Нұрхан Атырайсқа емес, екі боксшыға да ескерту берілді. Соңғы секундтар раундтың. Райстың ұрған тағыда өтіп кетті. Осы жерден жекпе-жек аяқталды. Қазір қай боксшының жеңіске жеткенін кесіп айту қиын. Екі раундтың қорытындысы бойынша екі төрешінің есебінде италиялық жігіт алда тұрған. Үшінші раундтағы шешім қандай болады? Ladies and gentlemen, in the bout number 415 in the ring A, the winner on points by split decision is the boxer out of the blue corner. Өкінішке қарай, Нұрхан Атырайс бұл кездесуде жеңілді, және әлем чемпионатын аяқтады. 3-2 есебі. Үшінші раундты біздің боксшы толық өзінің пайдасын аяқтады. Екінші раунд барысында 3-2 есебімен Нұрханат жеңгенде